97 лет исполнилось сегодня, 18 ноября, Каспийскому колледжу машиностроения и сервиса имени Серго Орджоникидзе. Отметили дату праздничным концертом в актовом зале учебного заведения, приурочив к событию церемонию посвящения в студенты. Началось мероприятие с презентационного фильма про колледж, после чего к учащимся с поздравительной речью обратилась директор СУЗа Людмила Шабанова. Продолжилось мероприятие исполнением танцев и песен от студентов колледжа и городских творческих коллективов. Через 3 года одно из старейших учебных заведений республики будет масштабно праздновать свой 100-летний юбилей.